Всем доброе утро! С вами я, Любовь Кобзева, и уже готова поделиться анонсом будильника. Сборы в школу – тема нашего завтрашнего эфира. А все почему? Да потому что скоро в школу. Скоро у первоклассников будут огромные ранцы с тяжелыми сумками, а у старшеклассников – миниатюрные элегантные сумочки. Будильник готовится к школе. Все правильно, Лаура. И Денис Фурсов, наш ведущий, проедет по магазинам города Липецка и узнает, где можно купить самый недорогой и самый красивый цветочный букет. Как экономнее всего собрать ребенка в школу? Какой рюкзак выбрать? Какую обувь и форму купить? Все это вы узнаете уже завтра в будильнике. А еще уже завтра мы запускаем новые рубрики. Вы всегда мечтали уметь делать красивые фотографии, но у вас руки как у краба? Тогда профессиональный фотограф вам в помощь. Рубрика «Фотодиалог» с Сергеем Володиным уже завтра. А если завтра к вам на улице подойдет Евгений Меринов, не пугайтесь. Просто он хочет раскрыть тайну женской сумочки. А как он это сделает, узнаете в рубрике «Все просто» с Евгением Мериновым. Все это и многое другое смотрите уже завтра в будильнике. Увидимся!